Друзья мои, сегодня поговорим опять о спортпите, о стероидах, о бодибилдерах, о физических нагрузках, о вмешательстве в организм. Я очень много времени в своей жизни уделил этому вопросу и просто хочу с вами поделиться определенными мыслями. Насколько возможно вторгаться в организм для достижения каких-то определенных целей? Ну, первое. В организм – это тонкая биологическая машина, которая абсолютно точно знает, как себя вести. В организме все очень четко, ясно и продумано. И если какая-то железа вырабатывает какой-то фермент, то она, соответственно, понимает, что она делает. У организма есть свой ум, у организма есть свое понимание, как должно быть. Теперь, что же происходит, когда мы ради достижения какой-то определенной цели начинаем вторгаться в организм? Сегодня я приведу вам простой пример с инсулином. Инсулин вырабатывается поджелудочной железой исключительно для того, чтобы клетка могла как следует принимать все питательные вещества. Да? И что же получается, если мы искусственно начинаем вводить инсулин, то что понимает поджелудочная? Она понимает, что работать ей не надо. Вообще не надо. Соответственно, она и перестает работать. И это только на примере инсулина. Или искусственные белки. Ведь искусственный белок – это абсолютно ненужная, вредная организму субстанция, которую человек принимает. И организм, во-первых, не в состоянии его переварить. Организм не в состоянии сделать, вывести его, в конце концов, из организма. Все это настолько вредно, все это настолько гадко, все это настолько ужасно. Количество людей, умирающих от стероидов, от спортпита, от потребления различных. А ведь вы прекрасно понимаете, какое количество сейчас, огромное количество предприятий, да, из-за границы, и подпольные, и левые. Кто там знает, что в этой банке, правда? Следующий момент. Следующий момент является допинг. Ведь вы прекрасно понимаете, для того, чтобы активно отработать хотя бы 40 минут в зале, человек должен иметь на это силы. Для того, чтобы из дрыща сделать, предположим, там какого-то мощного пацана. Это ж сколько нужно всей вот этой формы, сколько надо всего. Кто-то мне скажет, ну а как же без этого? Но дело в том, что вы укорачиваете себе жизнь. Ведь заболевание — это когда плохо. Ну посмотрите ролики того же Дочи, например, да. Посмотрите, какое количество бодибилдеров, да, и вообще людей, которые хотят иметь серьезные, так сказать, булки и все вот это вот, сколько их умирает. На любых сайтах вы увидите статистику количества бодибилдеров, которые умерли в Санкт-Петербурге, в Москве. Это же очень просто. Чудесные актеры поумирали, которые занимались химией. Ведь если мы видим неестественные накачанные мышцы, да, то, соответственно, это уже что? Это человек курсит. Я еще раз говорю, и в каждом видео буду говорить, понятно, что то, что я говорю, глобально не сыграет никакой роли. Но это факт. Но если это двум-трем людям поможет, значит, нечто полезное я сделал. Идет очень серьезная подмена понятий. Друзья мои, нужно не казаться, а быть. Потому что казаться накачанным, да, и все это абсолютно смешно. Я недавно был в одном месте, видел, ну да, наверное, серьезного очень пассажира в этом плане, такой килограмм под 130. Он стоял, прижавшись к стене, как лошадь после солнечного удара. Он не мог, ну вот он стоял и еле-еле отрывался. Это по вашему здоровью? И, собственно говоря, знаете, человек предполагает одно, а получается с ним совершенно другое. В любом случае, любое, даже
какое бы оно ни было невинное спортивное питание, я даже уже не говорю о том, что если вы съедаете 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудок, предположим, да, каких-то, и думаете, что это полезно, так они напичканы еще больше стероидами. Поэтому предполагать что-то и то, что получится, это совершенно разные вещи. Я расскажу вам хороший анекдот. Двое пьяных стоят возле забора, шатаются, один говорит: я так отлить хочу смертельно просто, не могу достать его. А второй говорит: я сейчас тебе его достану. Залазит в карман, а там лежит огурец, он вынул этот огурец, говорит: Вася, я в натуре, я тебе, кажется, оторвал его. Он говорит: а я так и чувствую, что у меня кровь по ногам, так и хлещет. Поэтому я просто вам говорю, если вы думаете, что это принесет вам счастье, это не принесет вам счастья. Вы делаете себя очень-очень быстрыми, отъезжающими на тот свет. Это единственное сегодня, что я вам хотел сказать.